Ну, Бельчонок, я про него говорил, что он в плохом состоянии. Я не знаю, откуда он пришел. Ну, кстати, сейчас он лучше, чем был. Чуть-чуть, правда. Я что-то не видел, открывал он крышку или нет. Но вот вчера он так и не смог сообразить, как крышка открывается. Он какой-то полусонный ходит. Он все, что на этой штуке лежит, ест, а крышку открыть не может. Такие обычно не выживают бельчата. Он как-то сопротивляется еще, но что-то сомнительно очень. Он уже перестал следить за собой. Он немножко поздно сюда пришел, чуть пораньше пришел бы. Шансов было бы больше у него. Это когда матери бросают бельчат голодные, не выкармливают их до конца. Вот такое получается. Они голодают, ходят, голодают. Не выкормленные до конца. Именно поэтому я кормушки и повесил, вот, чтобы такого не было. Он прибежал откуда-то издалека, это не местные. Он бегает уже неделю. Неделю бегают, а все никак. Он пить идет, наверное. Тут на этом дереве поилка висит. Ну, на том дереве тоже поилка висит. Ну, почему-то, говорю, белки почему-то ходят сюда пить.